Итак, друзья, с вами на связи снова Undertour. И сегодня мы сражаемся за Дэн Тейлора против Ларри Холмс, третьего платинового Чебурашки. Только Валдер знает ответ, Блин, тени. Хотелось бы тени побольше сделать, но не могу, тогда будет просто игра тормозить. Я заметил, короче, там даже дело не в тормозах, а когда я делаю более тени, у меня начинает, короче, при ударах, как будто с какой-то задержкой, замедлением с таким. Я думаю, что происходит, последний как не понимал тогда. А оказывается, у меня все через тени. Так, ладно, все, начинаем, хватит. Это все лирика, слезы. Короче, мы вышли на бой с каким-то парнем неизвестным, но зато с его бойцом очень даже известным. Кстати, Ларри, по-моему, тут один из лучших боксеров сейчас. Если я не ошибаюсь, в тяжах. Опять же, на мой взгляд. Хорош. Чувачочек тоже. Нет, конечно, сейчас бы сюда еще добавили бы. Повторы, как же хорошо прям смотришь иногда прям сегодня в этом призовые игры. Там было, кто смотрел, там повторчики. Ну, это же красота. Онлайн не хотят это. Вернее, не то, что не хотят, а разработчики разбираются там. Ладно, это не суть, пока сейчас главная карьера там. Боксеры новые. Блин, быстрее бы Кличко выпустили. Хочу брать его Кличко. Ну и девчонок, конечно. Каких-нибудь новых девчонок там надо. Это Киборг с этого, с UFC. Она тоже, кстати, должна быть. Так что мы ждем. Ждем. Пока не торопимся, так как против нас такой соперничек играет. Силовые подключает парень уже, вот он, я чувствую их. А у нас руки-то длинные, руки-то. Как у маленького загребуки. Тихонечку, не спеши. Валдер. Ну, Валдер, он никогда не спешит, он в настоящих боях проводит очень посредственные бои, такие неспешливые. Так что, все четко. Ага, назад стал прыгать, как попрыгунчик. Ты танцуешь с каждым. Ого. Ну пока-то все. О, прилетело, пока я читал сообщение. Хорош. Итак, третий раунд. Safe to say that last round was a nightmare. Let's see if we can turn it around here. This is one of those situations. You've just been hurt, you've got to get out there again. Be smart, be sharp,
Don't be a fool, don't get sucked in. Make him fight, your fight. Hold and tie him up just until your head clears again and your legs come back. Что-то у нас немножко. Because if you don't, he's gonna pop you off. Так, ладно. Хорош. Ах ты какой. Division. There's nothing quite like a heavyweight fight. It doesn't take much to win it. Guys that carry so much power, of course they're gonna look for that knockout because it makes a night a little bit shorter. You don't get paid an extra for overtime. Хорош. Да, но ему по корпусу просто. Он будет тут бегать, успевать. Так как Волдер у нас, видели, как сейчас усиленно делает корпус. Если, конечно, с правой там, это опять не дело. Мне нужно его печь. Ну, так как я по ней сейчас точно не буду попадать, поэтому возьмем, как говорится, ну ладно, я не жадный, я возьму одну только челюсть. Бегает он быстро. Я про Ларика. Хорош. Размашистый парень. Но он такой более, как бы говорит, не такой не агрессивный парень-то. Понимает, что биться надо как бы. Не так бешено. Поэтому мы с ними ведем, пока спокойно, бой такой прям более адекватный, можно сказать. Так что. Так, у меня что-то только 3% прибавили за стамины. Ага, ну он выиграет. Он спокойный, он молодец, он такой. Fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed as they continue to walk through all these power. Хорош, хорош. What a gift! What a gift it is to have. Ну, у нас Волдер не такой быстрый, конечно, как Ларик. And it's just bouncing off and they're walking you down. It's so demoralizing, it absolutely breaks your heart. What else can you do? Ну, давай. Пусть больше махает. Пусть больше махает. Потихонечку обрабатывать его, не спеша. Вот так вот аккуратненько. По чердаку ему. По чердачку ему бить и все будет хорошо. Хорош, хорош. Апперкотами, а с апперкотами не так просто, конечно, но... Ага. Хотел сейчас усиленно ему сделать. Ну. По печёночке слегонца. Ему особо не попадешь. О, видите, как ребята, он быстро бегает. Он еще с пританцовкой с такой крутой. Вот он настоящий балерин-то. Вот он действительно прям. Не попал. Апперкотиком. Хотел попасть, но не попал. Правый боковой это сламинка. Это не дело. Coming off that great round, let's see if they can build on momentum here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the action. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won hands down. Не попал. Lands with the right counter. Do you believe this? Нет. Да, тяжело, тяжело. Его тяжело, тяжело догонять.
Чувак такой прям скоростной. По челюсти мы попадаемся на конечно. Бывают апперкотики у нас. И прямые, но они так слабенько проходят, конечно. Хорош. Жестко наказал. Молодец. Ларик. Ларик Холмс. О, я еще в этом. Я еще в груди даже. Ага, отошел. Нельзя. Немножко так. Угу. Хорош. Так, вот это времени мало, одна секундочка, хорош. Да, неожиданно было, конечно, это. Уолдер отлетел прямо, я даже не ожидал. Итак, шестой раунд. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if it come out. What a world championship fight! Я думаю, он тоже подустал. One, two, three, four, five. Валдерас его отправил потихонечку. Так что. They're back up on their feet, but I'm not sure why. Угу. Тоже отходит, молодец. Понимает. In the early rounds of a fight, you'll see two boxers feel each other out, test each other's power, and I think this boxer has decided to после вроде. После страшного падения. Это очень страшно входить в бой, потому что. Хорош. Не. Устали. Тише. Ну, по Ларри незаметно, что он устал, конечно, сильно. А вот по Валдеру заметно. По Валдеру очень заметно. Отдышимся. You can tell he's stronger. So final 10 seconds of the round and he is looking really sharp. Nice job landing that left counter punch. Нет, когда он хочет по печени ударить, это усиленно тяжело. Не прокатывает такое. Ничья у нас. Апперкотик. Хорош, он нам накидал. Опасно. Выжили. Чисто повезло, хотя мы в углу были. А они просто там погибли. Не то, что погибли, ну просто отлететь. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. Neither man really defending themselves.
Ох. Восстановились. Catch and shoot with the left counter. Good job. Very close round with 10 seconds to go. Good counter punching. Хорош, хорош. All three judges here are going to give that round to you know who. You can't leave it up to the judges. It's up to you as the fighter. And the cornerman's got to put a firecracker on that fighter. Get out there and get the job done. Устали, устали. Он тоже устал. Несмотря на то, что он вроде как и движется быстрее. There's the bell to start round eight. Coming off that fantastic last round, let's see if he can keep his momentum going. Mm-hmm. He just misses with that jab. Хорош. Well, he's got him right where he wants him. Can he pull away? And it appears the onslaught is over, at least for now. Хорош. Валдер. Валдер в теле. Back up on their feet, but I'm not sure why. So much for... Красавец, как он упал, ребята. Вы видели, как в замедленном виде, как в руки Бальбоа. Прям красивое падение. Было очень красиво было. Такое падение. Блин, повторов нет, конечно, сейчас тут в онлайн. Но это была пушка. Падение было просто превосходным. К сожалению, игра подвисла. Бывает и такое.